Самга на Зерке. Под таким названием в городе Аксай состоялся творческий вечер одноименного танцевального коллектива. В этом году группа, побеждающая на республиканских и международных конкурсах, отмечает свое 26-летие. В этом районе множество коллективов развивают детское творчество и работают в различных направлениях. Не только в районе, но и в области ансамбль на Зерке занимает особое место. Образцовый танцевальный коллектив оставил свой почерк и производит фурор на республиканских и международных конкурсах и фестивалях. В этом году исполняется 26 лет со дня создания художественного коллектива. За это время танцоры под руководством Айнур Мукангалиевой добились многих успехов, выступая даже на зарубежной сцене. Публика, пришедшая на творческий вечер в районном доме культуры, была очень восторженной. Детей и особенно девочек воспитывать нелегко. В нашем танцевальном коллективе более 200 девочек. Мы признаем заслуги их руководителя Айнур Мукангалиевой. На сцене танцоры исполнили народные танцы, различные детские танцевальные постановки, современные молодежные танцы. В настоящее время в ансамбле более 200 девочек. С ними работают два специалиста. Я благодарна родителям за то, что они доверили мне своих детей. Сегодня для нас важный день. Мы вручили нашим девочкам сертификаты. Они многого достигли. Всем выпускникам и нынешним членам ансамбля я желаю успехов. Благодарные зрители пожелали творческих успехов коллективу, прославляющему искусство танца, в том числе казахского национального искусства. Вечер прошел замечательно. Я выражаю огромную благодарность творческому коллективу от имени акима района. Вы вносите свой вклад в развитие культуры, в процветание нашего города и региона в целом. Вы видите, как вас приветствуют ваши зрители. Мы все являемся поклонниками вашего таланта. Сегодня вы подарили нам настоящий праздник. В творческом коллективе девочки от 3 до 16 лет профессионально занимаются танцами. Выпускники ансамбля продолжают обучение в городах Астана, Алматы, Уральск. Большинство собравшихся твердо уверены, что арт-группе со своими талантами предстоит преодолеть еще много творческих высот. Алмагуль Джампейсова, Марат Джумагалиев, Саид Самигула, телеканал Акжаик.